Чувствую. Ну что, почему веста не приходит? Ладно, сам ничего нахуй. Мне, кстати, Все, тоже это ничего не во веста. всем трясе виноват, блядь, своим вурдалаком меня резнул. Резнул, блядь. 2 минуты. Интересно, мы на Синдергосе сидели 42 минут. Жесть. Сок с второй по дамагу, кому тоже интересно. Если бы я его не хилил, блядь, он бы был. Да какого Роги? Рога апает всех миллигов на 4%. Ты чё, гонишь? Это он и есть. Кто? Crazy Sox? Да. Ну мой чар вообще. Он просто играет. Зачем тебе на лича? Пару. А ну как вы? Ну ладно, пох. Я вообще... Ну прям не можно, я вчера всех опередил на 30, 30 лямов. Вы вообще расслабились в рейдах. Ничего не делаете, АФКшите, курите. Можете просто посидеть 2 часа. Ну 30 лямов в смысле общий? Не, ну типа я вчера всех обогнал, ну, на 32 миллиона за охотника. Что ты здесь понимал? Я был не фуриком, не рогой, не котом, а охотником. Тупо одноцелечный класс. Ага, игра до 50%, да? Че, охотником? Не, я же говорил, что типа я не знаю, что произошло на сурке, там что-то вообще хуйня какая-то, типа, или АА не била, или чё, но, бля, хуй его знает, что-то мало. Но я на лане провелер, все нормально, 43 тысячи. Ладно, давайте. Чек милики, бегайте в квадрате, а РДД в звезде, только я сейчас не знаю, кому звезду, а Войду. Ну, дайте рыбу. Войд звезда. Дайте рыбку. Погоди минут. В смысле Белина, а кто по танчу? Извиняюсь, что дайте шкаф. Так долго. Кого-то протопал, кто уверен в своих силах и может затанчить босса. Это я. Это я, это кто? Виталик. Давай, Виталик, успекайся в протопала, а Белин в Редрика. А че, Белин не может потанчить? 6 FPS. Теперь смотрите по станам. Белин, ты станешь кружочек, Вольфсунг, экстримка, ты станешь ромбик, а на Криэль ты станешь треугольник. На вторых валях Виталий Кун кружочек, Вольфсун кромбик, а Лифин пыткой в трусы фигачишь. Ну ты понял. Я же в этом, в холике. А? Я же в холике говорю, Вольфсун. Ну так давай, ты фигачишь в трусы на вторых валях пытку, а не дотаешь валь. Чек. А, каплю на переходке дадите, ну когда я скажу. Да, да, да. Лорд, экстримка, все на колени. Хилите в шаман, в два шамана ДЦ, холи пал. А в принципе нахера, Лифин, спекайся в ШП, какого хера вообще? У нас два шамана ДЦ и холи пал, нам не нужен ты. Спекайся, спекайся. ШП. Чё-то затупил. Что я Настю добрал. Ну тогда два шипы раскидай по группам. Не надо, но захилится. Экстримка, Мад Маэстро, Виталий Кун, Лорд Кавана. Прото, я знаю сейчас. Ну вон там маг. Экстримка и Лорд Кава. Маги не хилятся. Какая разница? Маги не хилятся, но могут это... Там цепуха их прохилит. Вы же вместе бегаете. Лорд Кавани, ты тут? Кавасаки. Японский мотоцикл, хороший такой Кавасаки.
Лорд Кавасаки. Лорд Кавасаки. А на крельже СПД Лорд Кавасаки. Заболев, кажется. Дать уже 5 минут фласки нахуй стекло. 10 минут осталось. Кавасаки, ты тут? Лорд Кавасаки, ты тут? Да кикай его нахуй. КП, нахуй, сука. Да это кикай его, он нормальный чувак поймет. А кто это был? Какой класс? Вар. А, вар. А я тут, а. А кто меня, чё меня кикнули? Потому что ты АПКшишь, блядь, долго. Я же сказал, 2 минуты. Меня не было ровно 2 минуты. Не, Гайз, 2 минуты ровно. 7 минут. Не может пройти ровно 2 минуты, потому что твой чар ушел в отсутствие. Запустил босса, бля. Зачем вы меня сейчас разводите? Если чар уходит в отсутствие, это больше 5 минут. Если я говорю 7, значит 7, бля. У меня же таймеры стоят. Вы не можете зайти и сказать ровно 2 минуты, потому что это наебалово. Вокруг сплошное наебалово. Давай так, без наебалово, только ты и я. Чё, ПВП или засал? А почему приставал фанету, блядь? Дайте приставал. Есть приставал. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Хочешь меня пристабафнуть, иди сюда, я тебя сам пристабафну. Агри, агри, босса, все, погнали. Квадрать. РДД в звездочке. Ловушка, сейчас будет шаркарь. Предмет милики, милики перебежали в квадрат, стали. Чуть не улетел. Чума диспел. В маленьком. Да-да, милики, стоим. РДД, проводи миликов тоже. Подобрали? Смотрим. Crazy Sox. Dispel. Милики. В квадрат милики, резче. Смотрим, чума. Ловушка, ловушка, квадрат, квадрат, квадрат. Блять, ну вы ебаные в рот. Падай. Лорд Кавасаки, вольт. Ахмат, ну ты чё?
Ты сам же улетел. Я отбежал, меня цепануло чем-то. Кто там, блядь, забежал в ловушку? А для кого стоит этот ебучий квадрат, вашу мать? Касается лорда Кавасаки и Вольсунга. Вот дерьмо, твою мать. Захожу в свой любимый бар в своем районе, а в кармане у меня крэк. Чё? Я увидел тебя у стойки бара и не поверил своим глазам. Чё? ВРС-ку уже пришли или чё-то? Да, блядь, уже, блядь, ВРС-ки на лече попадаем. Не, на лече мы только раз упали. На синдре 5 раз. Там хилы классные были на синдре, поэтому упали. Там даже в 6 хилов, сука, вы так проседали, это пиздец просто. Убили 5 хилов. Ну, последний трай, когда я Машу на Настю поменял. Виталий Кун, трясли. Да я его. Если ДЦ считать, то 6. Типа там тоже было 6 всегда. На синдре вообще так. Фламба был хиле, ну как ты считаешь на сок? Дайте фулбаф. Дайте шкаф. Чек. Подожди, не запускай сейчас. Трати, стоим РДД по милике. Фламбу может хоть раз бафнешь, не? Я уже, блядь, весь инс бафую. Только ничего, что ты перебиваешь мой баф. Алло. В смысле перебиваешь? Повороте. Че-то новенькое. Повороте, ты тут? Но он еще не ушел в АФК, да? Кто? Все готовые запустил. Акма, пожалуйста, ты двигайся вот по этой линии, вот так вот. Видишь? Ты прижимайся к протопалу, это херово. Двигайся как-то дальше от протопала, чтобы между нами была дистанция 10 метров. Сейчас между мной и протопалом дистанция 12 метров. Чело погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. А между мной и Крэзи Соксом 10 метров, так что проверяйте дистанцию. 10 метров должно быть между тобой и протопалом. В смысле, реально? КПТ откинул, да? Да-да-да, сегодня, утром. А чего? Убить? Напишут. А, там никто не забыл, кто там что дает? Все, погнали.
Какая ловушка? РДД Амелики стоим. Секунд, там в РДД зоне, Шеркарь. Причем мы смотрим. Тьма, черный лимон. Пал. Пушка. Милики перебежали, перебежали. Ты стоим. Смотрим ловушку. Черт, да, милики, стоим. А, лорд Кавакаси. Лорд Кавакаси! Спел. Пушку смотрим. Чума на мелком. Здесь Сокс перебежали в квадрат. Смотри. Прокарь забирай. Он возле трона. Да, ловушка. Чума. Блин, чума. Спал сам себя. Погоди, че так? РЛД плохо не стоит. Милики пробежали. Стали в квадрат. Все в квадрат. Дай по автопалу. Не бейте, не бейте лича, не бейте лича, смотрим. Все, давайте на этом, на ДД, на этих. Все, давайте, все на край, идем, все на край. Все на край, идем, чума, Таркос, все, все на край. Каплю, блин, каплю по протопалу, срочно. Мелкий. Гимн на ХП, фокус тупой. Фокус тупой. Гимн на ману, пой, шаманы, давайте, да-да. ХП и ханты на сферах. Я лимону буду заливать, ман. Ты лимону, а тогда фламба, жрец, ПД. Заберите его. Ты духа. Добейте. ДД по духу играем. Все РДД по духу. Все в квадрат. Стали все в квадрат, РДД по духу. Станы повалим. И сразу их кливаем. Погнали. Все три станы кливаем. Борестник Ризи Сокса. Зомбик устан. Клэй, притворись мертвой. Устан. Да, далее, далее. Потивай. Супер, бейте лича. И Геру, 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 сдавайте. Не вперед лича побежит. Лечак БДК. Не вам застанете. Фламба, подними Кризи Сокса. Поднимай Кризи Сокса, фламба, блять. На краю оставить. Сразу фулбаф. Тремоскернение, фламба. Все за квадратом, за квадратом. Речь сейчас. Квадрат стали, все в квадрат. Смотрим Вали. Бьем Валь. Одна Валя, бьем Валь. Валю одну.
за лича у Паши? Лича краю осквернение оставить на краю. Ну куда ты его повел? Осквернение вышли, милики. Милики вышли. На колени. Три квадрат. Амба, залезь резко, демон. Я ему заливал. Смотрим. Вас сейчас будут. Сейчас на край идем, да? Сейчас станы повалим. Смотрим. Стан, стан. Все три стан. Оснение смотрим. Поем валь. Все повалим, играем. Повалим. Ну сам. Все, бьем лича. Все на краю. Все на краю. Бьем лича. Вернее, не акма. Ты вы чё, блин, а? Чё за прикол? Вас пиздец. Милики, вы чё, конченые? Зачем вы бежите? Бегите к танку! Сука, милики, какие же вы дауны, все милики! Какого хуя вы к танку бегите, бежите все? Вы чё, конченые? Нет, я от него убегал. Да в ахуе, все милики за танком бегут, это просто... Не за танком, не за личом бегут, блядь. Я убегал в сторону там, но я бежал уже по краю, лужу залили все равно. Она, блядь, там. Что случилось, скажи? При чем тут все милики, я хуй. Что у вас случилось? Последнее ускорение перед переходкой, 42%. Ускорение на БДК. БДК выводит лича, ну то есть, как бы, все правильно. А милики бегут за ним в лужу. Да. Что за ГП? Я всем миликам накидываю ГП. Потому что вы все туда рванулись. Кто-то на краю, по краю оббегал, если ты не заметил. Дох, блядь, я за хилами бежал, блядь. Вообще в ебеня, блядь, по краю, нахуй. Вот именно. Как бы там большая часть по краю бежала. Там половина РДД, блядь, было вообще. Я не знаю, что он до миликов доебал. Ебать, ты что гонишь? То кто-то попрыгнет просто на ней, он же быстро разлетается уже. Не долбоёбы, то и себе накидывай, блядь. Да ты не парься, я себе тоже накину. Но хотя я в квадрат стоял на краю, я себе накину, чтобы тебе было спокойней. Ё-моё, Белен последний вдох, я вообще на краю был. Чё ты, Серёга, демоном заиграл? Ну, демона не было в рейде вначале. У этих двоих что нету? А это уже потом пришли. Повороте добрали, а графит в Африке пошел. Вы хоть понимаете, что меня два раза валики несла, один раз поворот. И лужу мы к вам вынесли. У нас все прокнуло, все что надо. Кроме того, что все бегут за лечом, когда на БДК лужа, вот это не прокнул. Зайди к Бойду на канал и посмотри, кто там бежал. Там не только милики, там половина РДД побежала, я хуй знает зачем. Я бежал по краю, думал, ну выжил, потому что ну, на самой кромке опять лужа на краю. Смотреть твой видос. Скинешь мне видос в ВК, я посмотрю. И все, кого заделал лужа, вы получите ГП. Вот и все. Просто.
И по 500 все получите. Джерин, смотри, а если ты бежал по краю, и она тебя убила, блядь, ты тоже получаешь? Я посмотрю, как, ну, как мелики, ну, кто там бежал к личу, и как она разрасталась. Если тебе не кинет видос, он самый первый, блядь, побежал лужи эту разливать. Чек. Мне еще кажется, он патрулить пришел в рейд к нам. Синдре не хилил. Машульчику кинули, смотри, давай ипнул, блядь. Выйдь на мумовике, наше лицо заморжет. Вольсунг, ты готов? Почему Вольсунг в Валя твоя не застанена никогда, Ромбик? Ты можешь мне объяснить? Я там страхую. Я даю гнев небес. Ты даешь гнев небес? Ты сейчас пошутил? Вообще выкинь его с панели, гнев небес не нужен. Точечный стан по Ромбику. Пиздец, я думаю, почему Вали так ускоренно летят. Бьет он гнев небес. Бля, я в ахуе. Я назначил тебя на Вальку на определенный стан, а ты хуяришь, бля, гнев небес? Ты чё попутал, Вася? Блин, мат-маэстро, ты готов? Да, да, да. Воин сказал, воин сказал. Вообще выкиньте этот гнев небес с панели. Это просто пиздец. Чего ждём тут? Вольсунг, ты тут? Он гнев небес выкидывает. Вольсунг, твоя Валька, вторая волна, Ромбик, станешь точечно. Наконец, хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Молотом правосудия. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Вали, пожалуйста, кливайте больше по Валям. Почему у вас так мало дамаги? Почему ты этот, бля, этот... Как его? Лок первый по дамагу. Где 20 тысяч ДПС? Пары по 6,6. Да будет так! Герои в атаку! Вы запустили? К сожалению. К сожалению. Да. Смотрим ловушки. Милики перебежали. Достойте. Чему смотрим? Смайл, Crazy Sox. Спел. Пушку смотрим. Мы стоим. Двух вордолаков к себе, милики ловушку, квадрат РД стоит. Забери двух вордолаков к себе, Виталикун, чтоб чума разгонялась. Прям ловушка. Милики. Чума там воет была. Ставлю квадрат. Чего за тебя протопал? РДД ловушка. И стоим. Забери. Попрохильте все на колени. Чума. Я уже диспел. Забери Виталий Кун как раз. Да-да, ловушка. Мир тоже проводи. Зубы давай ему.
смотрим, чума. Айда. Это капля. Все, все, погнали, все на край, идем. Все на край. Попадайте по Виталику, ну и убейте шаркающего ханты этими убийственными выстрелами, там мало хп у него. Эти вары. По трэшу. Прибьем. Факультира, давай гимн на ману. Это темп. Побейте. Да кливайте, бля. Почему хера еще живы? Так, стоп, не под... Не бей пока. Бить. Бейте духа. Добили РДД. РДД по духу играем. Дисокс, иди бей лича. Какого хуя ты тогда духа бил? Иди бей лича. Стали в квадрат. Мы готовимся. Мы ставим. Бьем. Как троих бьем. Через кружок играем. Ромбику ставим. Нет небес, давайте теперь. Акма. По ромбику РДД. Отлично, идемте бить лича. Идем лича. Тень вперед лича. Тут сейчас надо будет дать гневы. Тут сейчас надо будет дать гневы. Воскрешение вперед лича. Че там, Геру? Геру, давайте. Это Геру. Погнали. Ломан, ну что ты там делал? Бейте лича и кружочек. Сюда. Не, сейчас лича в центр будешь вести. Давай, черный вон и в центр. Мы станем все в квадрат. Квадрат. Давайте разбивайте, все вали. Давайте повалим. Кливаем. Ромбику стан, дайте. Ромбику стан. По кружку играйте, по кружку речи, потом по ромбику. По ромбику. Все, давайте, все по ромбику и по трусам. Побейте трусы, смотрите осквернение. Трусы все играем. Все, лича пьем. Давайте стоим. В квадрат. Все в квадрат стали. Стали в квадрат. Бьем, все бьем валь. Все вали бьем. Не, смотрим. Все вынести. Профит. Ромбик заиграйте. Кружочек. Все, в лича. Бейте лича. Вести на центр. Либо успеем. Успеем. Вернение только вынесите. Стан. Гневом. Бейте лича. Вернение смотрим. Гнев небес. Все отлично. На край. Лифин сразу гимн на ХП.
Эти духа, духа. Прей, ты следующего духа напулишь, а все ШП на сферах. На сферах все ШП. Эти нового духа уже. Завопливай. Гимноману скоро будет? Гимноману, пой лифин. Сейчас. Дайте щитный, а то сбросится. На пуль духа, Артвейдер. Нового духа бьем, все в звезду играем. Сейчас. Только звездочку бьем. Все ШП не бьют сферы. Только звездочку. Все ШП бьют сферы. Бьем звездочку. Вольфсунг, ты вообще уникальный, я тебе отвечаю. Да, я что-то завтыкал. Ты в квадрат. Как ты? Тут уголочки. Ламба у тебя есть, Бэр? А все на колени у тебя есть, Бэр? Да. Отлично, фламба резнешь этого Вольфсунга, а повороте кинешь СС на БДК после комнаты, графит кинешь СС на протопала после комнаты, а бля, как тебе? А диспрут кинешь СС на все на колени после комнаты. Квадрат. Гимн откатился, скажешь, когда нужно. А, да, скажу, все скажу. Все РДД сейчас бьют духа, а все милики бьют лича. Погнали, лича на краю только. Поднимай Вольфсунга. Да, за лечом идите. За лечом духи сейчас пойдут. Огнение, смотрите. Пошли, давайте Акма огнение. Смотрим, давайте ШП там. Хлопните духов, помогите. Фосквернение не забегайте. Вроде дух добит. Ману дайте, пожалуйста. Знак квадратом будете бегать. Залейте. Ты на крайне залей маны ДЦ, давайте в квадрат. Стоим в квадрате, там бомба впереди падает. Побежали. Сакур, да? Ну ладно, нормально. За угол забегайте, сразу за угол. Давай, Сакур. Дай пилер. Да нету КД, что дать. Ну выйдем, я спою гимн. После осквернения спой. Хорошо. Сзади нас бежит. Все, бейте сейчас все лича. По личу играем. Идем все к трону, к трону. Есть бы? Да. Фламба, подымай войд. У нас есть бы. Смотрим. Ани. Эти лича. Бегаем за квадратом. Давайте все в квадрат. За угол. По стеночке пробегаем. По стеночке. Профита хильните.
дух сверху. И за угол сразу. Двигаемся, тут стоим. Бежим дальше. Встали тут. Дальше двинулись. Поубивайте Бетелича. Вы к трону, все к трону. Трону. Квадрат. Блин, под лечом, красава. Убивайте лича. Туда не веди. А, бля, комната. Еще побегаем в комнате. Ну, не стал уже считай. Ой. Да, он сейчас так уйдет. Квадрат, ставь. Сакру. А, забежим, давай сакру, да-да-да, давай ее. Меня выкинуло, в общем. Ладно. Там мы все равно уже убили лича, духа подлетающего, бейте за угол. Сверху, сверху дух. За угол забегаем. Убег со скором. Да, он умер. Он уже сдох. Сомнений нет. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые... Еще даже камень души не исполнил, нельзя ее взломать. Дохлый мах, третий по дамагу, хорош. Кто? Движет вами праведность, не знаю. Ты отлично их обучил. Вольсунг набил как АДК 1.4, красава. Есть к чему стремиться. Я сдох, если что. Я знаю, на третьей фазе ты сдох. Тебя следует наградить. Ну, к чему стремиться есть, я знаю. Он просто слабо одет. Там ретрик 6.5. Смотри, как я буду воскрешать. Просто печать переключай на появление навальных и все. Воинов плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. А в сферы из зловещих есть? Есть сейчас скин. Это ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. А я что, по шаркающим скинул? О, сейчас. Ловить там нет смысла. Там лок, сова первый. Невозможно. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Какой способностью? Семи порч. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Видите, бича. Меломан, ну ты улетел, конечно, но по так по-тупому.
Ну ты по-тупому летел, зачем ты там вообще стоял? Ты же маг, ты можешь блинкнуться со сквернями. Он не сделал это. А, блинкнулся раньше времени. Драгоса на 42 минуты просто. В инвесу. Зов будет, смотрите, зов. Или кинжал. Не, кинжал будет очень плохо. Терминаска будет. Че упало? Не, нормально будет. Кинжал, думаю, упадет. Аркус. Ты кому-то Аркус. Ты на оф трапнул. Да, на оф спик. А шипушки, Аркус идет вообще? Я на оф спик, если никому не нужен, но если хоть кому-то если, нужен, конечно, у тебя вообще говно полное, тогда идет. Ну, обычная дробежка с лича и просто... Ты диктор, да? Или почему у тебя голос такой? На шапа у меня вот есть киринаска уже с 5.5 GS. Даркус я забрал в хила так просто, чтоб...